Всем добрый день. У нас утро. 12 часов дня. То есть день начинается у нас вот с карго. Диана выбрала себе осенне-весеннюю куртку. Ой, я боюсь. Выбирала так выбирала, что теперь боится. Челеша. Сейчас так, подожди-ка, подожди. Ну, нормальная, тоненькая, как бы. Ну, давай, меряй, меряй. Челешоныш, ты там осматриваешь место, помог? Да, там помог. Обтиралась. Сейчас на балконе. Минош опять туда прыгнул. Миношустичек. Ой, Масенька, где лежит. Устал, да? Ты мой сладкий. Целился-то маме, да? Мамино кресло драть. Поэтому я его выгнала и закрыла салон. Нельзя. Я боюсь. Ну, посмотрите, ну что это? Разве он не красавец? Разве не красавец? Мама. Даже Миношу интересно, как ты выглядишь. Ну, Дианка. Честно, я чувствую себя так, будто я одела мамину куртку. Ну, так она так и выглядела, Диан. Ну, я тебе говорила, что она длинная, она широкая, а ты, она как большая на тебя. Ну и? Ну я и не знаю, что делать. Ну, может быть, если свитер поддеть. Ну, то сейчас понятно, что ты на футболку, а потом же у тебя будут джинсы, у тебя будет это. Ну, когда сильно худой, то... Ну, это просто твой размер, и как бы я бы тебе сказала, давай я заберу, буду носить, но это... Да, Минош, даже он на меня смотрит. Да, подожди, посмотри, дай нам посмотреть. Ну, в целом, у нее фасон такой, но она как большая, блин, на тебя, Дианка, рукав как будто бы длинный, я не знаю. Ну, что ж, у меня рост маленький. Жарко мне. А ну, подожди-ка, подожди-ка. Ну, так ничего, так хорошая куртка как бы. А ну, дай я померяю. О, ну, смотрите, ну, это уже ж вообще другое дело. А то прям, ну, реально, как вроде это, мешок какой-то на себя надела. А сейчас по-другому. Ну-ка, застегнись. Вот как будто бы сильно холодно стало. И Дианусик решила застегнуться. Тут уже и рукав как-то так. Видишь, он сел как бы по ширине кофты и выглядит уже иначе. Но то, что это фасон такой, гуляй-поле, да, что оно такое широкое. Ну, ты сама такое выбирала? Нет, вот так хорошо, так мне нравится. Вот так отлично. И сзади. Все нормально, Диан. Ну, конечно, она тоненькая. Ну, так это ж осень. А ну, и повернись вперед. Нормально. О, так вообще хорошо. А то я и думала уже опять возврат, понимаете? Сейчас я приду, Паша, не там. А, давай, давай. Ну, так хорошо. Забирай свои слова назад, Диан. Про дерьмище. Отлично, все, Диан. Просто такие сейчас, понимаете, моды, вот то классическое, вот то, что де-факто мы смотрели, так у тебя будет, ты будешь по фигурке, у тебя фигурка будет обтянута, и ты будешь это, выглядеть стройнушкой. А вот это, естественно, оно же идет как оверсайз, оно почти на меня, просто в груди, вот я застегиваю, и мне как бы пуговицы, ну, не сходятся. А так, ну все, нормально. Давайте поближе вам покажу. Так вот у нас. Вот такие вот здесь. Накладные, кстати, Диана, карманы, да? Ты же такие хотела. Да, хотела большие. Типа. Вот такие. Ну, короче, все, как ты хотела. Выбрала. Тоже здесь такой карман. На пуговичках. А ну, как, знаешь, какой-то такой мешковатый пиджак с накладными карманами. Идти без капюшона. Это фирма. Что за фирма? А, вот эта вот фирма. Может, вы знаете? Вот это что-то Happiness Istanbul, как-то так оно идёт. Сияхмонт. местная. Может, конечно, если тебе не 36-й, а 34-й размер, ну да, ну в априори такого нет. Это надо идти в детские отделы. В общем, спасибо, ладно. Спасибо, спасибо. Вот детские так вот отделы. Я же ребенок. Ну, Дианусик, маме, ну ты не ребенок, просто ты маленькая миниатюрная девушка. А что здесь такого? Это все теперь же комплимент. Да, красиво, песики твои. Мы, короче, с Дианой это вышли в магазин. В магазинчик, в магазин. Диана нужна ачиджи, а мне нужна картошка. Буду варить рыбный суп. Дождались этого, что товарища привезешь куртку Дианкину, и поэтому... Ой, Дианусик. И поэтому идем. Погода сегодня теплая. Сегодня у нас уже сентябрь. Не помню. Третье. Но достаточно тепло. Видишь, уже ворота в школу открыты. Почему, неизвестно. Но, наверное, уже... Там поливы делались. Наверное. Уборочные работы производятся. Но солнца нет такого, знаете. На улице комфортно. Не жарко, не холодно. Просто комфортно. А небо какое, видите, какие облака. Как вата. Да, мы с Дианой что-то так кружок какой-то писанули, непонятно зачем. Ой. Сейчас осы очень злые. И, кстати, опять, знаете, вот и в прошлом году было, как раз в это время года они почему-то залетали на кухню к нам. Вот и сейчас. Где-то гнездо, да. Из года в год они там его вьют. Ну и, соответственно, перейдем. Сейчас, секунду, подожди, вот тут поедет машина. И трамвай, Диана. Мам, трамвай еще долго. Хорошо, хорошо. Тебе доверяю. Доверяй. Идем с Дианой, обсуждаем, в том у нас есть там пекарня. Ой, ну, конечно, она не самая лучшая, но... Она самая худшая. Хлеб есть хлеб, и в Африке хлеб, да? Так вот, они там сделали индирим, скидку на хлеб по 5 лир. А я у Дианки спрашиваю, ну, а вообще почем хлеб? Вот мы в Алании были, там по 10. Вот не 10, по-моему, 7 сейчас. Сейчас посмотрим, вот зайдем, вот... Пойдем купим окислитель, а после окисли или что? Ачиджи. Пойдем посмотрим, почему хлеб. Я даже не осветлитель, я даже не вникала в это. Ну, потому что мы не покупаем же хлеб, осторожно. Да, ты уточнишь, что я пеку, поэтому я не знаю цену на хлеб. Да, да, потому что, ну, подумают, да, что я думала, что люди знают, что я пеку, и поэтому мы не покупаем. Я истинной цены не знаю, но я сейчас все узнаю. А вот 7,50 стоит хлеб, вот картошка. Это что? А пататы 11 лир. Вот сейчас мне нужно выбирать. Да, вот такой вот. Ну, вот такой вот батон 7,50, да? А у них по 5 в том ферене. А он точно как такой, написано, ничем не отличается. Индирим. Вот смотрите, лимоны 30 лир. Вот такие лимушки. Что у нас здесь? Всякие сыры-мыры. Вот йогурт 72 лиры. 2,5 килограмма. 78, а вот этот зеленый 3 килограмма 95. Вот такие сейчас цены. Вот такой вот 9 килограмм получается вот такого вот сыра. Биас пионер. 245 лир, понятно? А этот 154, здесь 600 грамм. Вот смотри, Дианка, вот допустим. Ну я понимаю, что я другой приготовила, да? Но тем не менее. Лобные, он 54 лиры, 400 грамм. А тот 200 грамм, 33 лиры. Ну, короче, это что у нас? А это у нас табайорт, 47 килограмм. Вот такой вот, видите. Айран. 2 литра, вот видите, вот этот большой, да, 55 лир. А стаканчик айрана, он маленький, 4,75. Тут еще я сейчас приценюсь. Диана, а ты смотрела юлаф и мулаф, и вот это все, тебе нету, да, ничего подходящего? Нет, я хотела в БИМ пойти. А, ну пойдем тогда в БИМ, хорошо. Ну, глянь, здесь тоже канцелярку завезли. Ну, тут одни тетради, ну понятно. Так, я иду сюда на муку. Это будай, это обычная, да, 17. а вот 33 килограмма. Так, что это? Там будай уно. Это цельнозерновая. 2 килограмма 40 лир. Нормально. Я, наверное, вот эту возьму. Это вот этот магазинчик. И мне сейчас, я просто хочу сейчас блинов сделать. Вот пакет молока, видите, вот 20, где тут? А мало обезжиренный 21,50, а который жирный 25 лир. Вот. То есть получается, это я вчера использовала, грубо говоря, 50, ну где-то 75 лир. Ну нормально. А сделав сыр. Я не помню, но я вот полностью просто считаю. Мы пришли, ну конечно, а где Шефтали может быть? Около кормушки, а где же еще? Надо ж отъедаться, чтобы, не дай бог, не схуднуть. Так, мы уже с Диануськой пришли. Так, покажу вам, что купила. Клубника. Сейчас разверну. Клубничка. Ой, как она пахнет, Диана. 150 лир килограмм. Но я взяла только лишь потому, что она свежая. Ну, вот она пахнет, да? Да, классно. Ай, вообще супер. И взяла себе вот инжира. Не супер-пупер, тоже свежий. Но это единственное место, где можно купить. Вот такой черный инжир 75, а белый 150. Ужас. Хотела взять ежевики. Ежевики там, наверное, 200 или 300 грамм. Тоже 100 лир, да? 100 лир. Потом взяла вот такая. Вот мука килограмм. Это там чавдаруну. Как там? Ржаная, цельнозерновая. Ну, вот так вот. Взяла, сколько получилось? 4 килограмма, да, мы взяли, Диана? Да. О, ну я даю. Так, вот. По килограммчику она была. Килограмм этой муки 13, почему 13? Короче, 13 с копейкой. Потом я взяла еще гречку. Вот такой мне понравился тем, что оно, ну вот 350 грамм. Буквально на 2 раза приготовила, пакет закончился. А это, наверное, в другом у Дианки. Салфетки влажные. Вот Диана себе взяла такой вот завтрак. А, и вот еще у меня гречка. Ее никто не хочет брать. В Биме ею просто завалено. Завалено. От трех фирм лежит на самом деле. Картошка, да, по 11 лир. Я не знаю, сколько здесь. Тут больше, чем килограмм. Пудра сахарная. Хочу сделать макароны. Ну, это Дианкин этот ачиджи. А что еще? Все, вот это все, что мы взяли, Дианусик. Типа да. Типа да. А, еще, ну и еще вот такую я ж муку взяла. Это белая. Белая мука. Ничего, как бы все. Все, я считаю, сходили очень удачно. Для меня главное, что мука куплена. Все остальное ерунда. Миношечка, ты проснулся, мой сладенький. А вот 4-я, да. Дианка, я говорю, я беру все 4. Она, ты что? Я говорю, Диана, ну блин, но она мне нужна, но у меня закончилась. Это всего лишь сколько? 4 килограмма, ну вообще ни о чем. Ой, я себе, видите, намыла. Говорю, Диан, ты будешь клубнику? Одну штуку. Как можно одну штуку? При всем при том, когда она там не одна в пакете, я не знаю. У нас идет процесс приготовления, я уже сейчас иду работать, у меня сегодня вечерняя смена. Блины. Вот же на сыворотке мы делаем. Та наша сковородка, вон. Уже, короче, все под блины не годится. Видно там, ну, микроцарапины, то все. А вот это новое шикарно. Прям, можно сказать, отлетает. И я приготовила, вот видите, вот такой вот рыбный суп у нас сегодня на ужин. С головами. Я люблю посмоктать эти головы. Ну, сейчас немножко присяду, а то прям уже аж это... А, еще у меня здесь, видите, подходит же хлебушек. Это хлеб так, на пшеничной закваске Диана, подскажи мне. Что? С отрубной мукой. Мука с отрубями, вот. И там еще добавлены вот эти вот коричневые частички. Это семена льна. Так что вот, хлеб подходит. А я немножко присяду. Тут Миношек спит. Ой, я тут сяду. Посижу сейчас, фруктинкой закушу.